Около танка. Там едет. Панцерфаус. Попал мне в танк. Теперь танк. Тут уже не помню. Здесь около... Танк еще один справа уедет. Mm-hmm. А как его взять-то? Да, там в лесочке был один. Сейчас ровно 60 метров. Блин, чуть меньше. Он бежит по лесу. Готов. Она... Я его взял, она что? А, у меня на эту. Танк слева будет один. И пехота вижу справа. По дороге прямо. Так, вижу танк. И справа тоже танк есть. За танком есть в огне пол. Блин. Ох ты. Слушай, на это мне на самом деле просто повезло. Я с ППШ вообще не умею стрелять. Давай, Саф, режь его, режь. Ну так что ты делал? Мы под ним скопал землю под грядку. Кто из нашей команды-то еще есть? Скам. А где они все ходят-то? Я что-то понять не могу. Какую-то даже не видно. Ах ты, ах ты. Был прикольный. На паузу. Да у нас точку тут хватит, Дорсав, слышишь? Надо ее подхватить. Да. Танк едет, Сав. Аккуратно, танк. Справа. Присел. Да, справа, справа. У нас сейчас там все задело. Есть танк? Ой, это отлично. Ты прикольно придумал. Пехота слева. Сапи, жди. Вижу, вижу, бежит. Боко. Блядь! Нихуя себе, блядь! Танки есть справа. Ага. Чувак. Бедный Хемель. Его сегодня все ебут. Так, вижу, Саф, осторожнее, там от тебя. Ага. Слева будет. Забегал. Хэдшот. Фашисты! В окопе, Саф. В окопе за дом. За... Там мы тоже не. Да. Коля, надо в зону пробегать, Колечко. Колюсечко. Право за танком бьет, стреляет, сука, за танком, динамит, сука. За танком гранату кидает, аккуратно. Угу. Хватит мне палить, ты, ё-моё. А, это ты? Штайн разрезал. Шу. Да что ж такое? Сколько раз тебе, по-моему, 25, не меньше. У меня выбило и винтовку, и пистолет выбил. Пойдемте за этих, за третий рейх. Давайте, только что. На кого? Так, да, я за СС, пойду за пивком сейчас туда иду. Давайте за крас, потому что нет укрыт. Ребята, давайте за крас. Мы все уже дошли за немцев. За крас, за крас. Надо было раньше сказать. Андрюха сказал за СС. СС это потом кто? Русские, что ли? Просто я понял, как за СС Эрл не договорил. Даешь. Сейчас за домик зашел за совет, да? Да. Хватило места? Искай зашел за русских, потому что подумал, что СС это сокращенно СССР. Ой! Я думал, ты Эр не договорил, я ей зашел. Да-да, Скай, СС это СССР. Да-да. Клумба, гибы свои.
Ой, нет, нет, нет. Ой, ой, нет, тихо, 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 тихо. Ой, ой, стреляет по мне. Опа, опа! Я попал. Тоже дыра. Фашисты! Дави фрицев! Я тебя еще достану, мразь! Сам фрицев, нет? Ну да, я просто. Вау, 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 тихо, тихо, тихо. Пострелялись, а? Танк. Пришел, воспользуемся этим. Буквально. Чтоб вы сдохли, фрицы! Знаешь, как пуля отскакивает от деревянного забора. Так, присутствие на зоне уже, знаете? Да, мы знаем. А, да, я знаю, вот вы приехали. Так, кто сел? Добрый вечер. Добрый вечер. Кто сел за руль? Так точно. А еще один справа. Еще один, еще правее. Он забежал в дом. Вот. Он бежит по улице. Хватит меня палить, ему. А, так у всех получается измененные боевые на дымовые, да, гранаты? Угу. Это что-то все раскидываю, раскидываю, думаю, сейчас кого-нибудь подорву. Задымишь до смерти. Куда ты сунулся нахер? Через дырку в полоскан убил. Ну это как бы достаточно стайнера. Вот он, голубчик. На лупишь что-то. Уже флангов у башки. Кого это что? Да я уж понял, что я без флангов. Взяли точку, не? Ничего у нас не получилось сегодня. Нормально. Блин, дядька, я вообще не понимал, где я спрашиваю, что я делаю. Близко было, последний патрон. Так, нормально? Я видел себя, ничего себе там. А, он за дерево. Смотри слева. Я его убил, но пулемет справа был. Я пока, значит, счастливчик. Пугался. Пронсал. Больно. Да нет. Оборонять объект! Эй, извини! Спасибо! За что спасибо? Ты что сделал, что ли? Куца! Он куца! Давно здесь? Что-то я вот... Чтоб вы сдохли, фрицы! Назад, назад, назад! Назад быстрее! А, я думал, не зацепить. Я уже там начал спускаться по лестнице. Я был в полметра от тебя, наверное. Да, здесь. Зацепил. Моя рука дрогнула, блять! Пиздец. Они там вдвоем были. Фашистская мразь! Он там так и сидит вверху. Там фрицы живучие, блядь, пиздец. Динамит живучий. Второй там наверху остался. Снайпер я снял. Он там не зареспаунится. А, ты ко мне на фронт гейт двое бежали, пацаны. Чувак сам себя взорвал гранаты почему-то. Бежит. Мимо. Мимо. Он под вагонами. Он под вагонами, блядь. Сейчас убью тебе. У тебя никакой шанс. Сейчас я подойду. Он бежит, бежит, бежит. Теперь за этими, за кучей. Да, вот вы. Он со мной играет, сука. Он за кучей этих, сена. За кучей сена? Вот, да, куча сена справа от этих от вагонов. Нет, другая куча, вот она ближе, которая. Вот еще один. Ай-яй-яй. Тоже хорошо. Ах ты сука!
Ах ты ж мразь, просто подошел вплотную, прикладом ударил. А ты что думал, это динамит, ёпта. Блин, ну куда же? Все-таки скорострельные при винтовке. Там еще одна сучка. Давай, 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 Сав. Я верю в тебя. Последи. Есть. Ах ты! Это вообще дорогого стоит. Это наш едет? Вот он. Фига себе. Ты что сдаешь? Ух ты, блин. Ты то, что не прикрываешь, ты, ёпта. Мы отвлеклись на твоего маневра. Суперски. А, ты вылетел просто. Это я же этот, как шпион. На этом. На джипе. Давай ко мне, Сав. Здесь вообще чётенько. Ты, Катя, сзади. Танк приехал. Ну, хотя бы он тебя точно задавит машины. Машина. Стреляй по ногам. Машина уходит. Блин. Ну почти взяли, надо только не умирать. Просто поживите. Просто секунд 10 поживите, и мы взяли, и все четенько. Машина едет. Ну, блядь, чуть-чуть пожить. ГГ сейчас будет. Точно не надо. Ах ты, и что, ГГ? Вот это было круто. Вот это четенько. Блин, почему на суток? Сав, ты убил меня.